15 октября по 14 ноября Одинцовский округ принимает участие во всероссийской переписи населения. Всего постоянным жителям России предлагается ответить на 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик, еще 10 – о жилищных условиях. Важно знать, у вас не должны просить предъявить документы или представить конфиденциальную информацию. Не спросят паспортные данные, не будут интересоваться уровнем дохода. Все сведения обезличиваются и только тогда поступают в центры обработки данных. Вы можете дождаться переписчика дома, прийти на участок переписи или самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг. Это удобно, быстро и безопасно.